Всем привет, меня зовут Вака. И Серега сегодня с нами, он в роли оператора. Короче, мы сегодня будем проводить тренировочку со штангой. Будем работать на силу, на взрыв, я вам покажу упражнения. Так что не буду сразу томить, мы сейчас разминаемся. Ну, мы уже размялись, но я буду показывать легкоатлетические упражнения. Так что сразу приступим. Первое упражнение будем делать скоростной толчок. Это больше всего на стопы работа. В этом упражнении есть два варианта исполнения. В первом варианте вы ноги вместе, естественно, а во втором немного идет разножка. Лучше всего ставить две ноги рядом. Я сейчас покажу, как это делается. Я буду уходить в разножку. Упражнение не тяжелое. Каждое упражнение мы обычно делаем по две серии. Вес вы выбираете лично свой для себя, под себя, насколько... Все зависит от того, насколько ваша подготовка. Сейчас я буду делать рывок. Для примера возьмем не тяжелую штангу. Хочу уточнить, что у нас техника у легких атлетов отличается от тяжелых атлетов, так что не надо писать в комментарии, что мы там что-то неправильно делаем. У нас свои приколы, у вас свои, так сказать. В этом упражнении ставим ноги на ширину плеч, где-то так. Берем штангу тоже чуть шире плеч. Подсаживаемся под саму штангу, спина ровная у нас. И пытаемся тянуть ногами, спиной и руками вверх, выталкивать штангу вверх. Получится примерно вот такое движение. Еще очень важно подсаживаться под штангу. Когда вы ее выбрасываете, штангу вверх, идет подседание под штангу. Это надо делать резко. Примерно вот так. Я надеюсь, я доступно объясняю. Да, и живот должен провалиться между колен. И когда подрываете, все это вперед идет. Дело. Да. Сейчас покажу на более тяжелой штанге. Ну, правда, с петличкой это неудобно все делать, но не важно. Еще надо становиться под саму гриф, чтобы у вас ноги были как можно ближе к грифу. Подбираем нужную нам ширину. Подседаем, спина ровная, и начинаем тянуть. Как можно сильнее, ногами помогая при этом, спиной и руками. Вот, собственно, примерно вот так это и получается. Рывок – это упражнение на взрыв. Теперь немножко поработаем на взрывную силу. Следующим упражнением у нас будет полуприсед с выходом на носки. Это как полуприсед, естественно, все понимают, что это. Сейчас покажу для тех, кто не в курсе. Приседаем примерно вот до такого уровня. И после этого, когда встаем, пытаемся встать на носки. Это делается все одновременно. Встаем и на носки. Ноги тоже стоят где-то на ширине плеч. Спина ровная. Как вы делаете обычное приседание, только надо после того, как встаете, вставать на носки. Следующее у нас упражнение, любимое всеми атлетами, это приседание. Тут, в принципе, стандартное упражнение, его бесполезно показывать. Кстати, забыл сказать, что на приседаниях, если вам неудобно приседать до конца, то лучше всего подставлять досточку какую-то. Сейчас мы где-то отломаем. Ну вот. Вот такую планку примерно ставите, я не знаю, как вам удобно. Подставляется под пятки специально, чтобы было удобно приседать. Вот опять же, у кого какие-то проблемы там с растяжкой, например, или прочее. В следующем упражнении мы тянем штангу максимально вверх за счет ног. Также спина ровная у нас, как мы делали рывок, только берем очень узко штангу, ну как вам удобно, опять же, только поуже желательно. Встаем максимально быстро и подтягиваем руками к груди, а то и выше штангу. Примерно выглядит вот так. В этом упражнении ноги не надо сильно расставлять, потому что будет неудобно делать. И когда встаете, желательно делать небольшой подскок, чтобы добавить силу к этому движению. Это тоже взрывное силовое упражнение в легкой атлетике. Довольно эффективное, часто используется. Следующим упражнением у нас будет это тоже такое скоростное взрывное упражнение. Это приседание с легким весом штанги, примерно 40 кг, 50 максимум.
В этом упражнении надо максимально быстро присесть и максимально быстро встать. Это делается примерно 10-12 раз. Обычные приседания, ну, обычные упражнения у нас делаются по 10 раз, 2 подхода, я уже об этом говорил. Я возьму 50 килограмм, я много приседать не буду. Покажу хотя бы просто раз так 5. Тут очень просто, максимально присели низко, максимально быстро встали. Очень жесткое упражнение, кстати, очень быстро забивает переднюю часть бедра. Так что очень эффективное в легкой атлетике. Следующее упражнение у нас на взрыв идет. Вес штанги тоже максимум 50 килограмм. В этом упражнении мы садимся в полуприсед. И на момент выхода максимально вверх выпрыгиваем. Вот так примерно движение выглядит. Это все делается сразу. Тоже 10-12 повторений. Два подхода. Выглядит примерно вот так. Короче, сейчас, да, берем штангу и идем выпадами. Тут главное, наверное, очень главный аспект, это после каждого шага подниматься на носок и делать максимально далеко выпад. Выпады были завершающими. Я показал лишь основные упражнения со штангой. Оператор работает. Оператор, да, еще сидит, да? Да, оператор помог, спасибо ему. Может быть, если вам понравится это видео, я выпущу вторую часть с более такими заумными упражнениями. Их очень много, поверьте. Так что, то, если вам понравилось данное видео, ставим лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Лайковая прошайка. В общем, до новых встреч. Встретимся в следующих видеороликах. Всем пока.